Сотрудниками Главного управления уголовного розыска МВД России в Восточном округе столицы задержаны участники организованной преступной группы. Подозреваемые занимались торговлей людьми, в том числе несовершеннолетними. Уроженец города Алма-Аты, проживая в данное время в Москве. Судимый, не судимый? Никак нет, не судим. Работаете ранее, не судим, официально работаю. Где работаете? Строительная компания «Розгов». Название строительной компании не надо. А за что сейчас задержаны сотрудниками полиции, понимаете? Да, задержан по подозрению по торговле людьми. Полностью развернитесь в ту сторону, обратно. И обратно в камеру. Обратно ко мне. Так, ровно стойте. В Москву давно приехали? 2 года назад. Сейчас проживаете где? В Москве. Работаете где-нибудь официально? Официально нет. Учитесь? Учусь. Вы студентка? Да. Судимы, не судимы ранее? Нет. Наркотические вещества не употребляете? Сейчас понимаете, за что задержаны сотрудниками полиции? Да, понимаю. За что? Продавала людей необеспеченным мужчине. Разверните полностью в ту сторону. Обратную полностью. В ту сторону разверните. И обратно в камеру. Под видом предоставления высокооплачиваемой работы они вербовали женщин в интернете, а потом продавали их в сексуальное рабство. Оперативники получили информацию, что готовится продажа 3 девушек, одна из которых несовершеннолетняя. При передаче денежных средств злоумышленники были задержаны с поличным. По факту было возбуждено уголовное дело по статье «Торговля людьми». Проводятся мероприятия, направленные на установление других эпизодов противоправной деятельности задержанных.